Здравствуйте! Сегодня мы представляем камеру Fujifilm Frontix S5800. Это новый компактный ультразум с 10-кратным оптическим увеличением. Камера оснащена 8-мегапиксельной матрицей. Корпус камеры очень удобный, достаточно компактный, легкий. В то же время большая рукоятка позволяет удобно удерживать камеру в руке во время съемки. Камера очень быстро включается, объектив при включении не выдвигается. При зумировании и фокусировке он также остается в пределах корпуса. Благодаря этому можно снимать видео с использованием зума. У камеры 2,5 дюйма экран, яркий и широкими углами обзора. Камера оснащена только электронной системой стабилизации, но работает она хорошо. Интересный режим позволяет получить одним нажатием сразу два снимка с использованием вспышки и без, с поднятием чувствительности. В камере используются 4 батарейки формата 2А, что очень удобно в путешествиях. Фотографии записываются на карточке формата XD, либо SD. В один и тот же слот можно вставить либо ту, либо другую карточку. Finepix S5800 – отличная компактная камера с ультразумом. Особенно привлекательна в этой камере ее компактность, удобный хват, питание от батареи формата 2А, высокое разрешение и качественный экран.